Всем привет! В этом видео я хочу вам рассказать о втором совете для владельцев Nexus с операционной системой Android 4.2.1. Момент второй, который мне не понравился в обновившейся операционной системе, это его экран блокировки. Во-первых, мне не нравятся вот эти вот вертикальные палки, которые, как для даунов, напоминают нам, что мы можем это дело переключать. Да, я знаю, что сюда можно добавлять различные виджеты, но я не совсем понимаю смысла в этом. То есть все это как-то происходит долго. Вот этот быстрый запуск камеры, который запускается полчаса, мне это, конечно, непонятно. Также не очень мне это все нравится визуально. Я таким образом вышел из этого положения. Во-первых, для начала я зашел в настройки и отключил в безопасности родной блокировщик экрана. Нажал «Нет». После этой процедуры, как такого блокировщика родного, вообще не стало. После этого заходим в Play Market и скачиваем вот такое вот приложение, который называется Widget Locker Lock Screen. Оно стоит там порядка, наверное, 100 рублей. Сейчас точно не помню. Итак, мы установили его на наш девайс. Заходим в настройки. И тут перед нами наш новый экран блокировки. Мы настраиваем его по своему усмотрению. На него можно добавлять виджеты различные, всевозможные, которые у вас есть, менять им размер. Друг на друга натаскивать и прочее. После того, как вы разместили нужные виджеты, у меня вот этот виджет часов и даты, это родной виджет, виджет Locker Lock Screen. Этот виджет погоды, это HD виджет 2 на 1 клеточек и растянут. То есть вот такой он был, я его растянул, чтобы погода стала покрупнее, вот таким образом. После этого вы настраиваете, собственно, сам бегунок разблокировки. Здесь вот можно выбрать тему. У меня это Jelly Bean. Здесь можно, начиная от Sense, заканчивая различными старыми версиями Android, iPhone и прочее. То есть здесь вы настроите все по своему вкусу. После того, как вы выбрали стиль, можно, потянув, настраивать, что будет запускать это быстрое движение. Здесь вот можно нажать виджет локер, действие виджет локера. Здесь вот я выбрал Tesla LED для запуска фонаря. Приложение Tesla LED устанавливается отдельно. Она от того же автора. Также, например, влево, что запускать, выбираете. Потом вниз. И так далее. Здесь вот можно выбрать приложение, ярлыки, действия, то есть все что угодно. Здесь можно менять значки и так далее. Благодаря данному разблокировщику у меня появилась возможность запускать быстро видеокамеру. Порой, когда мне нужно было что-то снять на видео, я сначала запускал камеру, потом переключался на видео. Теперь у меня такой надобности не будет. Я буду сразу одним движением запускать видеокамеру. После того, как мы все это дело настроили, нажимаем «Готово». В настройках ставим галочку «Активировать виджет локер». Спускаемся сюда вниз и включаем Root Helper, галочку ставим. Это для того, чтобы даже если вы будете быстро разблокировать, нажимать, то есть кнопку быстро блокировки и разблокировки, чтобы у вас не возникало никаких пауз, затыков, чтобы он работал корректно. Для этого вам понадобятся root права. Если же root прав у вас нет, то просто вы не сможете активировать root helper.
И, возможно, если вы будете очень быстро кнопку нажимать туда-сюда, у вас будет некая пауза. Хотя это тоже не критично. Возможно, что при нормальном пользовании вы вообще этого момента не увидите. Итак, включили Root Helper и проверяем, как у нас это все работает. Также в настройках вы можете выбрать анимацию разблокировки. У меня это вот такой вот сдвиг. Все работает корректно. Попробуем запустить быстро видеокамеру. Вот видеокамера. Выйдем. Опять заблокируем. Теперь запустим фото. Вот фото. Теперь включим фонарь. Вот фонарик включился. Теперь таким же образом его выключим. Все работает отлично. В отличие от родного, все быстро, функционально, стильно и красиво. Как всегда, под видео я размещу полезные ссылки. Там будет ссылка на более подробный обзор виджет Locker Lockscreen. Если кому-то будет недостаточно, можно его посмотреть. Ну, на этом пора закругляться. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!